Международный турнир, посвященный 50-й годовщине образования города, стал для Видного традиционным. В этом году в нем приняли участие 4 команды. Сборная Беларуси, Ставропольского края, Краснодарского, а также команда спортивного мотобольного клуба «Металлург». В финале, который состоялся в день города 12 сентября, встречались хозяева турнира и сборная Ставрополья. Они усилились и подсилили Сковрова, взяли Владимира Царева, вот, бывший игрок сборной России. Ну, непременно это, наоборот, интереснее для зрителей и для нас, как очередная попытка обыграть собранных сильнейших игроков. Уже второй год ставропольская сборная усиливает свой состав игроком ковровца Владимиром Царевым. Турнир проходит хорошо, борьба такая хорошая на мотобольном поле. И, в принципе, организация довольно-таки хорошая. Все, в принципе, нравится. Ну, наконец-то рады. Спасибо. Сегодня зрителей много пришло. Это весь турнир, не было никого. Ну и хоть настоящий мотобол начался, посмотрят люди. Мультики закончились, это финал уже. Теперь ху из ху. Голами ворота соперников отметились Геннадий Мыц, Владимир Сосницкий, Роман Децина, а открыл счет встречи Иван Криштопа. Хорошо, что есть такие команды, как Ставропольский край, с которыми интересно играть, которые оказывают достойное соперничество, борьба идет на каждом метре поля. И в таких играх, настоящих финальных играх, интересно победить. К сожалению, болельщиков пропускал финальную встречу Антон Гусев. Буквально накануне он получил травму. Играть дома, потом еще в финале, это очень как бы ответственно. Но вчера была игра за выход в финал, повредил ногу, растяжение связок. Приходится быть болельщиком. Я полностью душой поддерживаю команду, болею за них. Я думаю, что ребята выиграют. И они выиграли со счетом 6-3. 20-й раз «Металлург» стал чемпионом турнира. По количеству лет, сколько эти соревнования проходят. Еще раз хочется отметить, что сегодняшний финал был особенно зрелищным, благодаря подрастающему профессионализму мотоболистов Ставропольского края. Стремимся, как бы, чтобы стать тоже лучшими, но пока не можем перейти эту грань. Но мы готовимся, стараемся. Я думаю, все получится. Две команды, которые сегодня играют в финале, показывают уровень игры чемпионата Европы. «Металлург», конечно, трудно победить. «Металлург» сегодня в мотоболе, как «Барселона» в футболе. Но мы стараемся. Но, как говорят, мотобол играет много команд, а побеждает «Металлург». Спасибо команде «Металлург» за достойное завершение спортивного сезона 2015 года. Команда «Металлург» гип-гип! Ура! 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 Елена Бабина, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. «Видное ТВ».